Сегодня редкая распаковка. Давно не было. 11-го я подзаказывал разных. Всего разного со скидками. Так вот это зарядник для бритвы. Но заказывал я его не 11-го, давно. Так, ладно, это неинтересно. Начнем. Вот это вот мед. Башкирский мед. А здесь я не знаю. Сейчас я открою. Здесь тоже что-то съестное. Достал из коробки. Тут какое-то варенье. Я заказывал. А, это гранат. Гранатовое варенье попробовать. Это маленькая баночка. Ссылка будет в описании, как обычно. И заказывал еще калиновую. Правильно сказал, нет? Но оно должно тоже скоро прийти. Ароматно. Пахнет как обычно соком. На вкус. Классно вообще. Вишенька. Прикольно с этим. Кисля. Ссылка в описании будет. Доставлю, но из Татарстана. Какого города. А вот тут у меня мед. Мед из Башкирии, из Уфы. Продавец его, ну, достал мед, продавец его так очень хорошо завернул по пруку. Большой слой. Так, мало, тут не только пупырка, тут есть пищевая пленка, кажется. Большой слой. Да, старался. Кстати, эти оба продавца сделали 11 числа хорошую скидку, реально. Я проверяю с помощью приложения Alitools, кажется, называется. Там виден график, как менялась цена. Вот перед тем, как заказывать, я проверяю, точно ли продавец сделал скидку или нет. Так, сейчас я его открою. Коробочка мягкая. Так, что у нас тут? Мед башкирский, подсолнечный. Данные предпринимателя. Даже телефон его есть, адрес. Все такое. Что-то написано. Ну, читайте. Сейчас попробуем его на вкус. Попробую его открыть. Так, открыл такой густой, как пластилин. Так, запах. Запах отличный, кстати. Ну, во вкусах меда я не разбираюсь. Но мне кажется, очень вкусный. Обычный мед. Все. Спасибо за просмотр. Ссылка на эти продукты будет в описании. Мед рекомендую. Очень даже хороший. Там мне еще что-то должно такое прийти. Не понял. Варенье из калины. Что-то надо, не помню. Кстати, намного дешевле, чем в магазине покупать. Там такое же продается.